Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В этом видео я расскажу о самых важных моментах, которые нужно учитывать при высадке рассады сладкого перца в открытый грунт. Прежде всего, нужно определиться со сроками проведения высадки. И здесь, в принципе, два параметра, на которые мы обращаем внимание. Это готовность рассады. А на ней должно быть уже не меньше 6 листочков, на растении должны быть уже заложены бутончики, и она должна выглядеть уже достаточно подросшим кустиком. И второй момент, это температура почвы, в которую мы собираемся проводить высадку. Друзья, перец теплолюбивое растение, поэтому если рассаду высадить в почву с температурой ниже 12 градусов, то корневая система просто остановится в своей работоспособности. А растение со временем начнет сбрасывать листочки, оно пожелтеет, оно начнет чахнуть. Поэтому никакого смысла высаживать сладкий перец в холодную почву я не вижу. Следующий момент. Я бы советовал перед проведением высадки удалить на растении перца коронный цветок и таким образом дать растению нарастить зеленую массу, не вступая в раннее плодоношение. На мощном растении затем мы соберем мощный урожай. Не нужно гнаться за вот этой первой перчинкой, которая способна затормозить растение в своем развитии в общем. Следующий момент, друзья. Схема проведения посадки. Короткий фрагмент моего прошлогоднего видео. Схема посадки сладкого перца, которую мы сейчас будем применять, выглядит следующим образом. В ряду растения через 25-30 сантиметров друг от друга, это в ряду, междурядья составляют порядка 40 сантиметров, это две строчки, и затем идет 60 сантиметров пошире, потом опять два ряда через 40 сантиметров. Что положить в луночку при высадке сладкого перца? Мы ложим два компонента. Заглублять, не заглублять? Ну, мы перчик не заглубляем. Единственное, что жменю перегноя, хорошо перепревшего коровьего навоза. И несколько гранул от медведки. Медведка — это наша, как говорится, проблема извечная. Поэтому мы всегда лунку всех растений, которые высаживаем, несколько гранул помещаем. Все это перемешиваем в луночке вот таким вот образом и ставим сюда растения. Ну, немножко это глубоковато, вот так. Все, плодородие повысили перегночком. Поставили, сделали лунку. И, наконец, последний по очередности, но не последний по важности момент. Это чем же провести полив рассады сладкого перца после высадки на грядку. Друзья, многие поливают просто теплой водичкой с температурой 25-35 градусов и ждут результата в дальнейшем. Но я бы советовал вот в эту теплую водичку добавить какое-либо укореняющее средство. Это дает неоспоримые преимущество для развития корня, и чем больше и быстрее нарастет корневая система, тем больше и быстрее нарастет надземная часть. Мощный корень, как следствие, мощная надземная часть и, как следствие, мощный урожай. Друзья, не упускайте это из виду, потому что как бы многие люди знают, что почва должна быть прогретая, что положить в лунку, но не все обращают внимание на то, что добавить в поливную воду сразу после высадки рассады, добавив всего-навсего некоторое количество укоренителя. Это может быть любое укореняющее средство, от радифарма до простого самого укоренителя, друзья. Мы получаем, ну, настолько явные и ощутимые преимущества, и вы это заметите буквально уже через неделю на своих растениях, как быстро она тронется в рост. Но, конечно же, все это будет работать в комплексе. Прогретая почва, добавленные элементы питания и защиты в лунку и затем полив укореняющим средством. Вот три составляющие, которые дадут нам залог быстрого и дружного урожая. Ну и, друзья, четвертый я не назвал, это удаление коронного цветка, который тоже позволит нарастить больше листостеблевой массы и получить более массовый урожай. Кратко рассказал обо всех этих важных моментах. Сделайте их при высадке рассады и получите хороший результат. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем высоких урожаев!